Фрута няня, помощь маме. И папе. Вот сегодня такое событие, да, произошло, очень, скажем, ой, ну как скажем, да, вот скажем так, как есть. В общем, сегодня я увидел пиздец. Короче, наша звездочка, новая звездочка, Бату. Вот, пожалуйста, новый кринж предновогодний. Значит, я его не смотрел, не видел, хочу вместе с вами посмотреть, и чтобы вы сделали свой вердикт, поставили, так скажем, да, поставили на оценку этого человека, полностью оценили его рэп, так называемый. А вот, потому что я не могу оценивать такой рэп в кавычках, да, скажем. А вот, прошу заметить, человеку 35. Во-первых, начнем с названия, да. Так, название МК Батуа Фиат Джоан. Ну, название, конечно, как обычно, хуйня. Ну, это мелочи. Ладно, давайте смотреть. Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя! Да она не может любить меня! Пиздец. Да я люблю тебя! Наступила осень, на асфальте желтые листья, но для меня мир черно-белый, как раскалывает на кисти, не быстро, но уверен, что если пойдет, я в магазине или жду, куплю тебе цветы, потрачу 1005, может попробуем мы заново все начать, забудем все обиды и недопонимания, я буду больше тебе уделять внимание, ты как и первый раз кинешь мне фотописки, я телефон не сохраню, оставлю переписки, эти переходы просто, сука. На двоих одну ВКонтакте заведем страничку. Ты не будешь бриться, ой, я тварь, ты будешь мыть посуду, а я лалакаться, смотреть сейчас и треть. У нас все будет хорошо. Прошу тебя всего лишь дать мне шанс один еще. Пришла я после школы, уроки делать не хочу. Не пиши мне больше, мальчик, теперь я на стриме хочу. Ты даже не мужчина, так что буду я смотреть Валеру без перерыва. Но не с тобой, малыш. Пришло уже наше время. Тепло деда чувствуется сквозь экран. Уже снимает трусики, он точно богом дан. Поспеши меня скорее забыть. Мне ведь хорошо, так свободно. Добрый вечер, пожилой дам. Здравствуй. Спасибо, что скосишь мой одинокий вечер. Спасибо, Вячик. Люблю тебя, свободно свободный быть. Слышь, малыха, какой ты говоришь свободе? Закончишь ПТУ, будешь работать на заводе. О своем уходе от меня будешь жалеть всегда. Давай заканчивай истерику и иди добрый сюда вечер, дедушка, ну да, сейчас пока видеть, что я живу у мамы, но он был нищим, я знаю, что ты. Привет, братишка, мы сейчас оцениваем человека. Что ты есть, люблю тебя. Спасибо, брат, спасибо, братишка. Мы сейчас оцениваем человека, да, нашу звездочку. Сегодня новая у него релиз, так скажем. Сегодня звездочка начала сиять снова. У меня свой уголок и целых два дивана. Плакат с Калимилана. Ебать, это что за пи***ц? Выключи. Гена, заткнись. Это пи***ц. Твоих нежных рук. Сердце стук не заглушит даже дождь по окнам. О боже, почему любовь бывает так жестока? Да заткнись ты, бля. Как будто я лучик луны, я просто тихо умираю. Без твоей любви, моя заюха, моя малыха, мой котенок. Ты на год меня младше, то есть совсем ребенок. Это трэш. Стоит ли меня терять, а я пока что запущу Кая старую часть. Глоба луна, блядь. Ой, сучара, ай-яй-яй-яй. Прошу заметить, человеку 35 лет, развелся с женой недавно. Вот, пожалуйста, нет, последствия ну вы видите. Ну ты скотина. И недопонимание, да, я ну буду трэш, больше конечно. Тебе уделять внимание. Больше. Ты как и первый. Фу, шлак, всем пока, невозможно даже смотреть. Он в чате пишет аутикт. Не электричество. Выключай, сейчас все подписчики уйдут после этой хуйни. Тихо, ну все, пиздец, минус онлайн. На, выпей. Да иди нахуй. Да. Ну и трэш, конечно. Это трэш, и все, отписка, я пошел. Тихо.
Не надо делать вывод сразу, не дослушав до конца. Да это трэш. Заткнись. Давай заканчивай истерить. Ебать, да ты фифтицит какой-то. Это просто must have. Мой котенок, ты на год меня младше. Кто... Блять, вот это просто шлепки вот эти вот просто must have. Как будто по жопе вот так вот стучит вот эти переходы. Так, ладно, все тихо, все. Ну, каково вот это вот вам на оценку, так скажем? Слушай, а можешь забрать у Николая всю технику, на которую он записывает вот это? Отвезти его в лес и оставить там, ну, уже без топорика. Приветствую вас, Валерий. Ваш стейк будет доставлен через 30 минут. Тут столько скрытых деталей. Небо поднимает. Пила осень, на асфальте желтые листья. Опа! Но для меня мир черно-белый, как доска у шахматиста. Опа! Не быстро, но... Мне ведь хорошо, так с тобой. Ну, взял руки, значит, в кулак взял, да, вот любовь утекла, как вода, он взял в кулак себя. И типа такой, да, любовь ушла, она утекла, как вода, но возьму себя в руки. Жизнь продолжается, пожалуйста. Посмотрел еще на небо, такой, да. Итак, смотря. Это молитва Николая Чудотворца. Я накидал штукатурку на оконный откос, и от этой песни она упала вниз. Будто в душу насрали жизнь. Она упала вниз, как переход в данном клипе. А это молитва Николая Чудотворца. У меня 3 дня был запор, но после прослушивания этой матрицы меня как пронесло. Квартира до сих пор воняет. Спасибо данному творению Божьему. Дай Бог вам здоровья. Прикиньте, че подумали люди, которые в это время в лесу были. Какой-то бородатый лысый карлик стоит и ручками дергает перед девкой лет 14. Боже, замкади, это пиздец просто. Я тебя видел в ТЦ вчера. Рэп сильный, сразу видно, что данный человек, рэпер, пережил сильную психологическую атаку от невзаимной любви. Давайте поддержим его, написал приятный комментарий. Спасибо, бате, отдельный респект за эпилептически конвульсивное подергивание. Это скрытый намек на конвую любовь к ней. Батуа, ты лучший, реально кайфанул, хорошенько, добренько, с юморком. Уважаю тебя за то, что ты правда добрый, без всякого негатива и токсичности. Успехов тебе, друг. При прослушивании этой песни на глаза наворачиваются слезы, и начинаешь думать о том, как прекрасна была жизнь перед включением этого шедевра. Брат, ха-ха, брат, стоял в окне, нерешительный, прыгать или нет, но заиграл этот шедевр, осуждаю. Вот это я понимаю крик души в порыве огненной любви. А? Настолько сильный флоу, послушав уже 10 раз и включая еще, гений современности, не иначе. Батуа, брат, есть хорошие люди, которые могут помочь тебе. Слова сильные, монтаж сильный, мужик в кепке с бородой сильный, вывод трек сильный. Вот она, звездочка наша. Плотная кринжуха, как всегда, лучше Батуа. Да, Батуа, в жизни бывают огорчения и тяжелые моменты, но не унывай. Помни, что не все так плохо в жизни, если вас не назвали пеной. Молодец, пишешь мужскую музыку, настоящую. 24-часовую версию готов слушать. Батуа, запомни, что не важно, кто или что тебя обидит, мы всегда с тобой. Пиши любому, мне, Косте, Вове, Женьке, ну или, по крайней мере, Гадиатору Митензу. Мы всегда с тобой готовы поддержать тебя. Концепция нереально мощная. Боже, Жуанка задыхается от любви. Я наконец-то дождался этот трек. Батуа, ты супер. Очень... Сильно слушаем всем Минском. Очень мощный трек, мотивирующий кардинально поменять свою жизнь к лучшему, чтобы после 30 не прийти к чему-то подобному. Спасибо, Батуа. Я наконец-то взялся за ум. Нет слов, одни эмоции. Супер. Как всегда, must have от лысого.
Нежный вайб, конечно, но все же. А, не нежный вайб, конечно, но все же. А как выросло качество? Наша ты звездочка, Батуа. С Батуа как раз сегодня в катке попался. Попустили его. Теперь слушай его трек. Спасибо, батя. Это новый уровень хир-хор культуры в РФ. Это действительно новый саунд. Лайк однозначно, звездочка наша. Ну, ладно. Значит, пожалуйста, ваша оценка, да? Ваша оценка данному шедевру, да. МС Батуа, Вилд Вилагер, Дикий Охотник, пожалуйста. Стоит зачеркнуть то время. Пена, ты что скажешь вообще насчет этого всего? Это пиздец. Я хуй, как будто вернулся лет на 20 назад, снова почувствовал себя молодым и красивым. Бать, вопросов не имею к тебе. Это must have. Да-да-да. Ну давайте, напишите быстренько в чат от 1 до 10 по шкале Рихтера, пожалуйста. Оцените вот это вот все происходящее, все безобразие, пожалуйста. 10 из 10, 17. 10, 54, 99. Мда, ну и трэшак, конечно. Это трэш. Тихо. Представляешь, каким он сейчас ебалом это все смотрит. Сидит сейчас вот это, вот так вот рот открылся, зубки скалит, сидит у компьютера, такой. Поддержите автора, поддержите автора. Вот, пожалуйста, ссылочка на данный шедевр, да. В любом случае, поставьте лайк, как бы там ни было, потому что это наша звездочка. В целом, расскажи ребятам, как ты, да, ну, сделал этот шедевр, пожалуйста. Здравствуй, привет, брат. Как у тебя дела? Я кринжую. Не-не, брат. Мы все оценили, он, ребята, все из чата сказали, что 10 из 10, вот, пожалуйста. Ну? 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 Ну что? Ну что? Ну что ты скажешь свое оправдание? Ну я старался для вас. Во, вот это вот уже другое дело. Как говорится, знаешь, есть такая пословица древняя. Он делает так, как умеет. Поэтому не надо судить человека, ведь он только так и умеет. Правильно? Да. Не важно, как он умеет, важно то, что он пытается уметь. И это прекрасно. Может, хватит. Переход вот это вот, смотрите, это что? Допустим, вот этот кадр, какие ассоциации? И вот этот вот. Ну, в принципе, тут на все кадры. Вот этот вот. Вот этот вот, смотри. Вот это что? Вот ты смеешься с Батуа, а я лично считаю, что это сильная концепция. Челу 3 лет. У него лысина и седая борода. Он читает рэп, и он все равно лучше, чем 30-летняя попускающаяся женщина по имени Диса. Нет, ну как бы просто здесь как бы... Мы же оцениваем не человека, правильно, а мы оцениваем шедевр нашей звездочки, то есть очередной их хит. Человек тут и так, понятно, что прекрасный. Человек прекрасный, вопросов нет, да. Мы оценим с точки зрения музыкального, то есть именно творчески направленного. Поставил этот клип на будильник. Теперь просыпаюсь за час и до звонка. Поставил этот трек на будильник, теперь просыпаюсь за час до звонка. Япончик. Блять, как стыдно. Вот это что за кадр, допустим? Вот это вот что? Это Ван Панчман. Кто? Как у, это у тебя это, ты распальцовка, да, пошла? Да, да, да. Это распальцовка, да, у тебя сейчас отображается? Я это сделал вообще. Батуа удали клип, ради бога. А вот это что за кадр? Куда смотришь? Что там, самолет пролетает? Опрыскивают. Вот это что?
всю свою жизнь. Я пытался победить опухоль головного мозга, но прослушав этот великолепный трек, я осознал, что главное не победа, а участие. Спасибо, друзья, меньше чем три. Нет, брат, реально сильный трек. Ну, как обычно, у тебя все хорошие. Тут у тебя как бы, ну, ты как бы сам себя не приплюнул, скажем так. Вот, твои треки все, они хороши, вот, да. Ну, в любом случае, это действительно большой шаг на, ну, новые вершины, на взятие новых высот, скажем так, да. И поэтому мы ждем еще новый клип, и я приглашаю тебя к себе, в Самару, да. Вот, точнее, уже не в Самару, а в Замкат, тоже, ну, ты знаешь куда. Вот, чтобы сделать с тобой совместный трек, потому что я вижу в тебе настоящую будущую звезду, понимаешь, звезду российской эстрады. Это раньше я жил напротив психушки, но после того, как я послушал этот трек, я стал жить напротив дома. Трек действительно хороший, но больше не делай так. Батуа, ты реально топе. Уже второй час случаю на репите без звука. Продолжай в том же духе. Батуа, ты реально крут. Я уже второй час слушаю на репите без звука. Трек настолько качает, что меня еле откачали. Отличная замена Моргенштерна. Тихо. Что ты мелешь? Нет, ну это правда, реально качает. У меня просто голова, понял, дергается так от музыки. Типа качка, понял? Какая на... Ладно, понял. Посру пойду. Не-не, братишка, надо было это раньше сделать. Клип я уже выключил. Сейчас я приду, подожди, жопу рвет. Эта песня широко используется в медицине, когда я лежал в больнице с переломами ног. Медсестра пришла, включила этот трек и вышла, а я встал для того, чтобы выключить. Медсестра вышла в окно. Осуждаю. Что случилось? А там наша звездочка новый трек выпустил и клип Нет, снял. Если серьезно, ладно, наша словами не описал, насколько это крутой клип. Гасла, но цифрами можно. Ноль из десяти. Да ладно, серьезно? Да серьезно, теперь наша звездочка засияла снова в небе. Ого! А дашь посмотреть нашу звездочку? Так, блядь, скоро ты увидишь на всех площадках, на всех телевизионных каналах. Я хочу послушать нашу звездочку. Послушаешь. Спасибо за такое шикарное произведение искусства. Да? Когда у меня депрессия, то я надеваю наушники, слушаю и плачу в подушку, ведь знаю, что есть что-то хуже моей жизни. Прошу тебя всего лишь спасибо, дать мне шанс один. Теперь я понял, насколько люди добрые. Включил я эту песню на всю маршрутке. Инвалид встал и уступил мне место. Если поставить скорость на один, то будет просто офигенно. Он закончит петь раньше. Меня похитил маньяк-насильник, но когда я включил эту песню, он меня отпустил. Спасибо за этот шедевр. А я просто это, ну, хотел там, ну, так сказать, это, ну, чё вот это значит, типа, ну, когда ты дёргаешься. Я боялся делать сальто всего, но после того, как послушал этот трек, я не побоялся сделать сальто с крыши дома. Можно я вот эту фотку поставлю на заставку трансляции, вот эту вот? И напишу, хотел глобал, а получил сильвер. Ну, как тебе такое? Вот, пожалуйста, глобал сидит. Батуа ходил в толчок делать новый клип. Здравствуй. А у меня новое видео HTTPS 2. Батуа, тут это самое, еще там клип. Клип себе. Твоя скинула, твоя. Ты его видел? Да. Называется «Робкие хэллоуинские звездочки». А, робкий лучик хэллоуинской звездочки. Вот, смотря. Это увлечение пугающее, ужасное. Ой, блядь, начинается вот эта вот хуйня-муйня, блядь. Это нормально. Тихо. Смотри, стул сжал. Не пригорело. Шикарно. Это первоходка, это не очень. Мы короли! Короли этого ёбаного мира! We'll be right back.
прям сердце делаем, что она есть. Это пиздец, я не знаю. Тут вообще я не знаю, что сказать. Я не знаю, я не понимаю, со мной такое впервые. Это пиздец. Зашиваем тут, пришиваем жопу, зашиваем бошку вот так. Я хочу держать тебя. Тебя зову. Потуасасни. Я не чука. 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 Это пиздец. Я не чука. Я не чука. Это что за хуйня вообще была только что? Это что, блядь, такое? Брат, это что такое? Твоя что, ёбла, что ли? Брат, а помнишь, ты да. говорил, что пиздец случится 26 октября? Да. Вот у нее день рождения 26 октября. А, вон она что. Ну, понятно, тектонические сдвиги туда дошли. Ну, ничего страшного. Это крэнж. Это называется крэнж-баба. То есть крэнжил. То есть крэнжил. Эффект крэнжа был достигнут. Туда максимум. То есть крэнж. Да, ну, я думаю, что вы с ней как раз-таки подходите друг другу. Ну, ничего страшного. Да.